Анусис. Анусис какой-то. Сейчас подождите. А, Анубис, блин! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в Happy Wheels, и уровень, на котором мы остановились, называется Bigfoot Forest. Вернее, остановились мы на этом, это следующий. В общем, вы меня поняли, короче. Bigfoot Forest. Лес со снежным человеком. Если мы будем сражаться со снежным человеком, то, наверное, надо вот этого вот чувака выбирать, я так понимаю, потому что он на снежного человека больше всего похож по комплекции. Он его хоть как-то, ну или Санту, например. Ну, я не знаю, давайте все-таки пойдем по классике. Велосипедисты обычные, кто требуется там? Чаще всего за велосипедиста играем или за... Куда побежал? Куда он побежал, блин, я не понимаю. Я думал, мы сражаться будем со снежным человеком, а мы будем его догонять, получается. Как он умудрился сейчас выжить, я не понял. Извини, пацан, тебя я выбрасываю. Оставайся здесь, кушай червячков, все нормально. Китайцы справляются с этим блюдом, и ты справишься. Поехали дальше, без пацана. Пошел он к черту. Поедем, наведем порядок в лесу, убьем всех снежных людей, которые тут ходят и обычных убивают. Это все какая-то вообще полная фигня, нам это не нравится. Наверное, мы же поэтому здесь, я так понимаю. Черт возьми, я вам сам... Что происходит? Вообще, какого хрена? Ого, и... Кажется, потерялся. Давай-ка я тебя подвезу. Ну, подвези, если сможешь меня собрать по частям из этих лоточек. Есть какой-нибудь подходящий для всего этого дела? То есть, я понимаю, это, наверное, конец. Ты выходишь из леса снежного человека. Давайте-ка еще раз. Смотрите. Получается, я бросил старого козла вниз, да? Или как? Да, я вроде сбросил старого козла вниз, и сразу эта хрень на меня побежала. То есть до этого он не бежал. Или он бежит еще до этого. Я не понял этого момента, честно говоря. То есть, может быть, он до этого меня догонял. И я просто... Блин! И я просто умудрился каким-то хреном... Ну-ка, давайте, подождите, давайте попробуем. Да, я не могу его догнать, это невозможно. Он убегает, он быстрее меня и все. Я к тому, что, может быть, он до этого уже за мной. Вот сейчас вот где-то, может, он спрятался и гонится за мной. А догнал он меня только в тот момент. Или все... Я, знаете, что попробую? Я попробую старого козла скинуть. Вот сейчас... Сейчас, тихо. Старого козла попробую скинуть, типа... О! Вот он был сзади, он за деревом, этот козел. Вот там вот он где-то. Я только что его видел, клянусь, блин. Сволочь. Ладно, еще раз, давайте подъедем потихоньку, аккуратненько. А, нет, не падай, зачем же... Вот, да, точно, все, теперь я точно знаю. Мы должны очень потихоньку его сбросить, а сами остаться наверху. Но для этого надо по-нормальному затормозить. А потом просто проехать, по-видимому, и все будет хорошо. Как он до сих пор не сломался у меня, я не понимаю. Держится. Мужик держится просто на велике на своем долбанном. Так, аккуратно. Сюда давай. Есть. Нечестно! Это не... прячется за вот этим вот, получается, да? Он сына моего забрал. Козел взял сына моего, сожрал, судя по всему. То есть, да, от той пещеры и до того дерева он бежит. И вот сейчас вот он побежит, да? Вот! Отлично, все. Избавились. Ну, подождите, избавились. Теперь надо тоже аккуратно быть. Он с любого момента может выбежать. А, торопимся. Вот он, сволочь, вот он. Сейчас он меня может догнать. А, нет, не догнал. Все-таки, смотрите. А, все-таки, смотрите, я немного был прав. Видите? Жирный негр. Все-таки без жирного негра в этот уровень не проходит. Все-таки он нужен, если речь идет о снежном человеке. Ты должен быть загружен. Ах, блин, я забыл зайти в свой аккаунт в Happy Wheels. Ой, ну ладно, хрен с ним. Это будет безголосовная серия, получается. То есть не получится, видимо, мне с пятерки ставить им. Ну ладно, я думаю, это небольшая проблема. Вот мы сейчас все равно играем в топовые левелы, которые и так уже все оценили, кому не лень. Потом, правда, моя отмаза не проканает, потому что я буду играть уже не в топовые левелы. Стоп. А как называется левел? А, Pyramid of the Gods. Пирамида богов, получается. Мы находимся в Древнем Египте. Тут пирамиды, которые построили в честь всяких богов. Там Ра. Все, больше не помню. Вот мои познания о Древнем Египте и закон. Бог Ра. А, все. Что типичное быдло знает о Древнем Египте? Ну, бог Ра, там, по... Блин, твою мать, я не знаю. Что ж за фигня такая? Папирус, все такое прочее. Давай, поехали. Открываем. Да, очень уважительно мы относимся вообще к древнеегипетским мумиям, статуям и всему такому прочему говну. Мы просто молодцы. Ну и... Обратно. Попробуем обратно. О, смотрите, сюда вот есть же. Точно.
Опять пробиваем. Что там? Смотрите, луч какой-то. Он меня, наверное, убьет сейчас. Нет, не убил. Я не понял, на что я нажал, честно говоря. Ну и что? А что мне теперь делать тогда? Наверное... А, вот! Точно! Вот это вот открывается, да? Стил, что-то там написано. Анусис! Анусис какой-то. Сейчас, подождите. А, Анубис, блин! Анусис. Бог Анусис, обалдеть. Ну я понял, я должен в него врезаться и отбегать назад. Я совершенно случайно открыл эту тактику, блин. Но открыл правильно, судя по всему. Не, все, на этом конец. Убили Анусиса, берем вот эту срань. Так, отовсюду нужно ожидать какой-то подлянки. О, аккуратно. Шибко уж ты. Ага. Вот это я не люблю. Вот это мне вообще не нравится. Тихонько. Тихонько. Блин. В древнеегипетских пирамидах на велосипеде. Ну, это просто извращение какое-то. Аккуратно. Аккуратно. Давай быстрей. Все, получилось. Обратно? Как это обратно, блин? Ты нашел зелье, которое защищает против черной магии. Что-то справа можно открыть. Рамзес, ключ. А, я понял. Вот эту дверь можно открыть только с помощью ключа Рамзеса. То есть надо будет сразиться с Рамзесом. Наверное. Забрать у него ключ и тогда только возвращаться сюда. То есть меня сейчас, наверное, наверх на лифте еще подымут, еще выше. Потому что там еще выше можно было поднять, насколько это. А, черт! Все-таки по одному желательно блоку-то проходить. А, нет, смотрите, наоборот, вниз получается. Ну ладно. Голова ее дергает. Весело ему, видимо. Мне не весело абсолютно. Что это? Что это? Что? Сейчас что-то. А, вот и Рамзес, наверное, да? Рамзес! Что это такое? А как это пройти? Подождите, хорошо, я на него нападаю, он пускает снизу вот эту срань. Что я должен делать с этим? Он же меня на шипы, тут же сзади шипы, вот смотрите, шипы. Я не справлюсь, это невозможно. Снежный человек, это ладно, но вот эта хрень, это просто нечто невероятное. Это я каждый раз буду... Я не понял. Так, что ты делаешь? Это я каждый раз буду, получается, перепроходить? Счастливый концерт 2.0. Выберите персонажа. Давайте... Ой, не то, я хотел... Я не того персонажа выбрал. Что это? Класс! Классно, смотрите. Вот как выглядит настоящая рок-звезда. Вот такая она. Тарарара, давайте, ловите меня, обожайте меня. Я просто, блин, я не знаю. Это реально Элвис Пресли в последние годы жизни. Он, по-моему, так же растолстел. Черт возьми. Как же, блин, преодолеть? Подождите, не так. Там же можно было выбрать любого персонажа. Вот этого, наверное, надо. У него тут ускоритель есть, смотрите. Мы, в принципе, можем вот как-то... Нет, сейчас. Каким тут образом... Не то. Пробел, нет, не то, не пробел, ни хрена. Вот, Ctrl. Ctrl-ом вот сюда эту хрень. И вот так вот, полетели. Смотрите, как классно вышло. Блин, да, очень классно вышло, конечно. Еще раз пробуем. Живи, чувак, ну... Как же тебя заставить выжить-то, блин? Еще раз пробуем. Вот здесь надо притормаживать. Нет, нельзя тут притормаживать. Если тут притормаживать, то эта сволочь тогда не сможет их преодолеть. Все, вот здесь. Осторожно. Получилось. Смотрите, вроде что-то он себе оторвал, но, тем не менее, он скатывается. Скатывается дальше на своей колясочке. Так. И что? Что дальше? Мне немного страшно, я не хочу сильно разгоняться, честно. А, вот здесь, наверное, надо разогнаться, да? Потому что, смотрите, стена. Или не надо? Я не понимаю. Ну, давайте на всякий случай. Средний такой разгон возьмем. Средний, вот такой, наверное. Черт. Что это? Хэппи метал. Ну и что? И что дальше? Так он ехать будет куда-нибудь, этот хэппи метал? Или нет? Я ничего не понял, честно говоря. Что дальше делать мне? Мне надо карабкаться по нему? Надо по гостикам, что ли, играть? А может, реально по гостикам играть? Мне кажется, это... Не, ну он долго очень... Он долго будет по гостик... погостировать. Ух ты, блин! А, смотрите, да я могу через них даже проехать, в принципе. Какие проблемы? Вот так вот раз проехал, и все. Теперь сюда встал, опять проехал. Получилось! Нормально, в принципе. Так... Так, назад. Каким-то образом он вот здесь выживает. Не знаю как. То есть я бы уже помер давно, если бы на
Если бы так спускался на инвалидной коляске. Давайте быстрее разгон возьмем. Да блин, какой же ты идиот. Вот, надо на него запрыгнуть. Он стоит ближе, получается, поначалу. Надо на него запрыгнуть. Давайте еще попытаемся. Я сумасшедшая рок-звезда. Пропустите меня кто-нибудь. Я выпил 15 килограммов кокаина, смешав их с бренди, блин. И теперь у меня голова оторвана, черт возьми. Потому что после этого я еще и врезался в стену. Я не хочу опять спускаться по этой... О, ну смотрите. Это такое смягчающее обстоятельство у меня теперь есть. Понимаете? Понимаете? Смягчающее. А почему он сквозь пролетает, сквозь пол? Как он это делает? Смотрите, как она мне помогла. Прямо выручила. Верная поклонница, понимаете? Верная поклонница моего таланта. Это реально Кит Ричардс в старости. Или Оззи Осборн. Вот так на инвалидной коляске. Я удивляюсь, как Оззи Осборн не на инвалидной коляске после всего, через что он прошел. Но вот каким-то образом... Так, извини, парень. Ребята, вы все для меня просто материал. Вы все просто помогаете мне выжить. О, есть! Поехали! Так, тихо, тихо. Наконец-то мне удалось запрыгнуть на эту хрень. Ну и что дальше? Все, он остановился, смотрите. Он особо далеко-то и не уехал. Давайте, сейчас, Ctrl. Вот как... Да вон финиш уже, блин! Я финиш только что видел! Дайте я финиширую! Черт бы вас побрал, свиньи вы поганые! Отойди! Дай! Есть! Приземлился наконец-то! Ты встал, придурок, блин, перед финишем. Че, не мог меня чуть-чуть еще продвинуть вперед? И тогда сразу бы было бы. А, не могу, опять не могу. Вот тут привычка. Лимба! Плей! Привет! Я не успел, слишком... Для кого это, блин, пишут вообще? Подождите. Походу, наш пацан лимбовский. Я играл эту игру немножко, я знаю, там мальчик, за мальчика играть. У него оторванная голова, а у этого голова не оторванная. То есть, ты что, оторвал голову человеку? Ты же должен быть добрым, наверное. Я, правда, не знаю, я не прошел эту игру до конца, я не знаю, должен он быть добрым или нет. Он мне подсказывает, что надо перепрыгивать, да? А то я не догадался. Что это было сейчас? Так, держит для меня бревно. Ну, спасибо, чувак. Ой, кто это такой? Там паук был в Лимбо. Я помню паука, но я не помню вот такую гигантскую, блин, с таким брюхом. Что это такое? Спасибо, что сыграл, я потратил. Что ты там потратил? 2 недели? То есть вот такой маленький левел, он 2 недели создавал, это так долго делается? Надеюсь, тебе понравится, голосуй. Да я бы с радостью, извини, чувак, я забыл в аккаунт войти. Gorillaz Revolution. Ну давайте вот этого возьмем. Революция горилл. Блин, опять гориллы. Уже была серия про гориллу в прошлой серии. Там был уровень. Я создам рай для горилл. Слышите? Там на заднем плане, по-моему, шла музыка, которая должна играть в рай для горилл, по мнению создателя. Был лишь обычный день. И вот это случилось. Как мало мы знали о том, что миру суждено будет измениться навсегда. Что? Что? Аплодисмент? Что? Блин, чего-то я не успел вот это прочитать. В общем... Я так понимаю, что гориллу мы будем создавать из вот его, да? Это наш исходный материал. Мы его поместим в какую-нибудь лабораторию, поместим, и будет у нас горилла. Рай для гориллы просто. Для него будет рай. Значит, отправка. Все отменено. В Гонконг, Шанхай, Токио, в Осаку никуда нельзя. Вообще никуда нельзя. В общем, пошел какой-то постапокалипсис. Судя по всему, весь этот мир будет принадлежать гориллам. А, так это планета обезьян, типа? Что? Помогите! Я не успеваю сообразить вообще. Вот все. Вот что тут, блин, происходит? Так. О чем? Я так и понял! Я так и понял, что сейчас что-то будет не то. Вот этой сволочи, когда у нее выросло вот это синее яйцо в руке, блин. Я так и понял, что сейчас чего-то надо ждать. Чего-то нехорошего. Ладно, поехали. Еще раз. Так, мы едем. Это был обычный день. Да, я понял. Обычный день. Все. Жирный негр. Обычный день. Как его часто любят использовать в левелах? Мне уже, честно говоря, надоело смотреть на его брюхо черное. Но не потому, что я расист или потому, что я не люблю жирных. Потому, что он везде. Он, блин, тупо везде этот хрен. Я понимаю, он такой колоритный персонаж. Его грех не использовать. Но, ребята, давайте немного пореже, да? Запарил. Так, обезьяна. Так, надо... А, вот. Он, смотрите. Эта обезьяна могла меня вот сейчас так прихлопнуть. То есть я... Не обратил на это внимания. Я был в опасности всегда. Когда мимо нее проезжал... О, нет, вот туда я не пойду. Иди ты нахрен. Спрыгнем. Ладно. Горилла уже была, поэтому без гориллы обойдемся. Так.
Infiltration. Ну, давайте вот последний Infiltration попробуем. Давайте за тетку поиграем. Что? Судьба человечества в наших руках. Поехали, попробуем, проверим. То есть, судьба человечества в руках вот этой вот жирной тёлки, которая ездит на продуктовой тележке. Я боюсь за судьбу. Я боюсь, что судьба судьбе не поздоровится, наверное. 1, 2. Так, аккуратно. Я же не должен вниз прыгать. И что, я должен вниз, что ли, прыгать? А-а-а, уже поздно. Уже не важно, должен я или нет, но в итоге я все-таки спрыгнул вниз. Это меня убьет? Нет, не убьет. 0-3. Так, а в чем? Ай-яй-яй-яй-яй. Не, я думал, он мне сейчас голову снесет, но вроде все нормально. Живые пока. Так. Это босс? Блин, что вообще про... Я умру сейчас или как? Что мне делать-то? Вот так сразу обеих рук и нет. И голова этого непонятного, блин, сенсея еще преграждает путь. Брось себя. Брось себя. Хорошо, давай, бросим себя. Так. Кто первый, я или голова? Первая голова все-таки. С головой такой, понимаете, невозможно соревноваться. У этой огромной головы просто масса даже. Она как бы больше даже, чем у нас, видимо. Поэтому она как-то быстрее, наверное, летит под воздействием собственного веса. Хорошо, я думаю, с этими уровнями мы закончим. Давайте посмотрим, что было лучшего выложено за эту... Да, за эту неделю, пожалуй. Ищем, посмотрим. Dimensions, измерение. Интересное название. Так, я сейчас что, в реальной жизни попаду в параллельное измерение? Когда меня загрузят? Я рекомендую подождать интро для... Если это первый раз, когда ты... Посмотреть интро, чтобы понять, что делать в уровне, да? Доброй ночи, сынок. Подожди, папа! Что такое измерение? Тебе нужно спать. Пожалуйста, папа, объясни мне это. Fuck you, son. А, нет, другое. Ладно, слушай. Есть 10 измерений. Я думал, ему скажут, измерение — это когда берешь линейку и измеряешь, чувак. Вот у тебя всего-то 3 сантиметра, потому что ты маленький хрен. Это называется измерение 0. После этого идет измерение 1, линия... Интернет. Короче, в интернете тебе все объяснят. Отвали, короче. Просто закрой свои глаза и представь себе, что идешь через эти изменения. Измерение. Измерение 1. О, я понял, батя пожалеет, что попросил сыночка в интернет. Измерение 2 залезть. Сыночек сейчас так нафантазирует, что батя тут его помрет 1000 раз, наверное. Причем вместе с ним. Измерение 3. Так, подождите. То есть мы, получается, идем от простейших линий до... Ох, измерение 4. Черт возьми, пошло первобытные... Блин, вот это плохо. Рисуйте свои наскальные рисунки. Че вы стреляете в велосипедиста, объясните мне. Вы видите, что я ваш по образу... Зона неопознанных летающих объектов? Я никогда еще не видел таких разнообразных уровней. Правда, это пока что рекорд в этом отношении, наверное. Реально, такого еще не было. Что? Простите. Тебя вызывает? Кто меня вызывает? Куда меня вызывает? Ариас какие-то. Что делать-то, блин? Избегай красных. Хорошо, избегаем красных. А как мне тогда... Куда мне тогда ехать? Назад, что ли? А, понятно. Так. Избегаю. Фух, кошмар. Давайте быстрее, ребят. Пустите меня уже отсюда. Давайте еще раз. Уровень-то вроде интересный, не хочется его пропускать, но... Как бы, хочется еще попытаться. Вроде бы это достойно того, чтобы попробовать. Пока что все достаточно просто. Мы едем по этим линиям. Отец, наверное, уже чертовски пожалел, что отправил сына спать, не разъяснив ему подробнее про все измерения, потому что сынок сейчас понавыдумывает, блин, что папаше придется на одной ноге проезжать мимо мамонтов, блин, смотрите. Смотрите, какой охрененный одноногий велосипедист, это круто. Так, а вот мне интересно, он вообще может в голову попасть, потому что он как-то в прошлый раз этого особо не сделал, и сейчас у него вроде не получилось. Может быть, это еще надо постараться, чтобы тебе так не повезло? Не знаю.
Но я не буду звать повторно этого чувачка. Так. Пусть он сидит у себя там среди камней. Значит так, давайте как-нибудь вот так преодолеваем. И теперь мне надо избегать, да, избегать красных областей. Значит так. Инопланетянин вызвал тебя. Избегай красных областей. Ну я понял. Где ваши красные области-то хваленые? Где хоть что-нибудь? Вот, пошло, пошло. Так, тихо. Аккуратно. Раз, готово. Теперь вторая. Это легко. Тут смотрите, сколько места освободили. То есть вообще без проблем. Сюда я подходить, наверное, не буду. О, черт! Вот здесь уже сложнее. Получилось. Я больше так не могу. Чужой больше так не может. Самоуничтожение назад. Как? Куда назад? А, назад! Да блин, что я сделал-то? Черт возьми, а! Давайте еще раз пробуем. Назад! Он же, а я вперед побежал, блин. Вперед, назад. Черт. Надоело уже, понимаете? Вот это вот я не хочу опять проходить. Я хочу оттуда найти. Почему нельзя оттуда найти? Почему нельзя сохраниться? Почему в Happy Wheels нельзя сохраниться, блин? Я хочу сохраниться в Happy Wheels. Измерение 3. Ладно, я понял. Снова мы смотрим на этот треугольничек. Как он сейчас, блин, так упал? Как можно так по-дебильному упасть? Причем упасть-то... Он упал-то там, на траву, то есть он... Я же не то, чтобы он упал там куда-то. Не, на шипы на какие-то. Он упал просто на траву. Почему он, упав на траву, напополам развалился? Я вот этого не понимаю. Я понимаю, когда у людей внутренние переломы там какие-то. Ой, блин, по голове хорошо прилетело так. Просто, слава богу, не острием хоть. Ой, там пацан сзади немного кровоточит. У тебя тампонов нет? Батя, тебе тампон надо взять. Реально, помоги пацану, у него уже... Реально, он всю кровь сейчас потеряет. Мозгов у него и так особо не было. Он не знал, что такое измерение. Поэтому это не страшно. Но вот кровь потеряет, это печально. Итак, давайте, поехали. Меня вызывает инопланетянин. Избегай красных... Ирис. Красных областей, все, без проблем. Вот, белая область. Я стою на белой области. Сын-то мой, в принципе, ему-то не обязательно избегать, наверное. Теперь здесь, тут вообще легко. Что это за прицел, вот я понять не могу. Я к прицелу вообще не должен приближаться, да? Давай вот сюда. Чуть назад. Так, инопланетянин так больше не может. Он самоуничтожится. Отходи. Хорошо, отхожу. Я отошел. Я отошел! Да, мы немножко расстроили нашего инопланетянина, конечно. Пошли вы в жопу. Пошли вы просто в жопу. Я не знаю, я бы еще куда послал, но я культурный человек. Что я мог там предпринять? Он просто упал головой вниз. Салют. Веселись. Space. Что? Что это? Я должен как-то вылезти? Ого. Подождите. То есть я должен вылезти, зацепиться за... Сейчас, я понял. Смотрите, моя задача вылезти из вот этого вот щекотливого положения. Так, это надо делать очень медленно и постепенно. Так. Ага. Может быть... А, вот как! Я должен мячик бросить. Ну и что это даст? Красиво! Классно! Это была интересная задумка. Такой извращенный гольф. Оригинальный спайкфол. В каком смысле он оригинальный? 3, 2, 1. Вперед. Я вообще не буду двигаться, наверное. Мне кажется, тут лучше не шевелиться. Мы все можем испортить. Смотрите, как хорошо и аккуратно. О, нет! Шучу. Тролль, затроллил. Да, я профессионал недеяния, понимаете? Я просто... Энергия Дау течет сквозь меня, мне ничего делать не надо. Просто наблюдай за неприходящим, или как там. Я не знаю, я не особо владею терминологией даосистов всяких и Лао Цзы и тому подобное. Нажми эту игру, кнопку, чтобы началась играть музыка. Наслаждайся.
Я пытаюсь... Ага, вот такой вот ритм, да. А развитие какое-то будет у мелодии, честно говоря? Не будет развития у мелодии, не будет развития у танца, понимаете? Декарт великий танцор, но он считает, что это ниже его достоинства танцевать под такие однообразные мелодии, понимаете? Вы добавьте хоть немножко экскрементов, блин, инструментов каких-то, я не знаю. Ладно, я насладился достаточно, мне кажется. Sword throw, nice. Хороший sword throw. Есть как бы такие себе sword throw, есть говёные, а это nice вообще. То есть. Хорошо. Что это за головы сзади? Подождите. А, это счетчик, да? Это счетчик такой. Интересная тема. Я, правда, не знаю, какая особо разница. Я и без счетчика, в принципе, справлялся. Ну, это, мне кажется, должен быть несложный sword throw. Смотрите. Я всех уже от sword throw дел практически. Только осталось вот последнего попасть. Ага, ну да, тут мечей-то дается не так много, блин. Один, два. Сейчас, секунду. Так, теперь. Так. Так, и опять последнего этого долбанного негра. Все, убил. Получилось. Победа. Действительно, nice. Было довольно... Да, что ж, я все забываю об этом, блин. Rope Swing Blue. Голубой Rope Swing. Rope Swing, это ты голубой чувак? Или это просто так? Играем за голубого чувака. Смотрите, ему уже кто-то руки оторвал. Видимо, не любят голубых в Happy Wheels. Теперь цепляемся. Нет, вот, знаете, тут надо как-то так сделать, чтобы ты падал руками вниз. И руками вниз падал и цеплялся вот за эту... И главное, чтобы ты еще и не отрывал себе руки просто с мясом. Это непросто на самом деле. Да, держись, чувак, давай. Ну, вот молодец. Вот молодец, смотрите, какой у меня просто отчаянный парень, за которого я играю. Только, я не знаю, мне кажется, я просрал свою возможность. Есть, нет, не просрал, все. Скатываемся. Ну, давай. Давай, скатывайся. Make a ball. 5, смотри, 4, у нас время заканчивается. Нам нужно с тобой туда проникнуть. Ай! Он умер? Не, он еще жив. Да что ж так... Руку так немножко. А, лишняя, она не нужна нам. Ага. Так, подождите, он уже все? Он у меня помер уже, он уже не шевелится. Но давайте просто посмотрим, в чем будет заключаться дальше. Нет, не посмотрим. Так неинтересно. Я хочу быть живым. Я хочу реально, чтобы... Хоть какое-то влияние на процесс геймплея оказывать. Я не долетаю. Уже второй раз. Он там чудом каким-то у меня тогда уцепился. Сейчас я не знаю, как долетать. Еще пробуем. Мы будем упорно стараться. Нам нужно, в конце концов, блин, только ты уже руки побереги себе, чувак. Просто я не знаю, нет слов уже. Который раз мы это делаем опять? Вот! Вот это другое дело, смотрите. О, как красиво. Четко. Просто четко сейчас получилось. 3, 2, 1. Давай. Я готов, я сосредоточен. Я целиком и полностью... А, чё он не выходит? А, я думал, всё, я думал, игра не хочет, чтобы я заканчивал с этим уровнем, она хочет, чтобы я проходил его дальше и дальше. Чё-то не стало выходить. Давайте... Bottle Run Master нет, Rope Swing, наверное, тоже нет. Выбери свой way. Выбери свой way. Way это, я надеюсь, у нас сейчас не будет выбор между какими-то бьюти-блогершами. Одна из них будет Мария Way. Нам надо будет выбрать именно Марию Way, потому что, честно говоря, я бы не выбрал Марию Way. Я вообще никого бы из них не выбрал, честно говоря. Ну ладно. Давайте так, вперед. Есть. Нет. Нет, все-таки есть. Нет, все-таки нет. Что? В чем цель? А, я понял. Это задание по стилю принципа домино. То есть... Ладно. Я победил. Я победил, и это самое главное. Гарпун Bottle Run. Хорошо получается у меня. Блин, не может этого быть. Да ты что, с ума сошел, что ли? Чувак, твою мать. Ну, как же можно было так в самом-то конце обосраться? Давайте еще раз пробуем. Давай. Есть. Получилось. И сейчас он помрет, наверное, да? А ну-ка, давайте. Резюме. Не, я уже не могу ни нажимать, никак влиять. Но смотрите, у него реально должна голова поломаться сейчас.
А, подождите, он в любом случае к пропасти катится. Короче, чувак обречен во всех смыслах. Либо он упадет, либо раньше у него сломается голова. Давайте проверим, что будет раньше. Делаем ставки. Сломается голова или упадет? Или же он упадет вниз, там будет что-то твердое, он упадет головой, и она у него тоже сломается. То есть, вообще у него не очень большой вариант действий. Давай, давай, ты сможешь. Ты сможешь, чувак, еще немножко. Еще немножечко. О, а где конфетти? Или что это было? Ну что, вот это, которое... Нет, смотрите. Голова не сломалась. Обалдеть. У него одна половина головы устала, он решил передней теперь немножко проехаться. Так он у нас левитирующий велосипедист получается. Обратите на это внимание. Это интересно. Он у нас умеет летать. Смотрите, он и дальше будет... А, вот как, земля, это черная земля получается. Ну все. Да, он все-таки, понимаете, неизбежная, это судьба. Вот это судьба такая, ничего не поделаешь. Сможешь ли ты построить? Ну, давайте вот попробуем что-то построить и на этом, наверное, закончим. Что я должен построить? Твои деньги, $100. Это стоит $100, это 150, это 140. Ну, давай построим вот это. Построил. Теперь у меня $0. Нажми на помощь. Помочь. Закончить. Спасибо, что сыграл в меня. Ох ты! Ну это точно не я делал. Так, что там написано? Плюс одно золото. О, смотрите, мне дали золото. Теперь я могу построить вот это. Или как? Построй отель. Построил отель. На одну золотую монету я построил отель. Тут вообще деньги имеют какое-то значение? Обновить башню до уровня в 600 баксов. Так. Помоги, какие-то body shell, my monkey. My money. Я думал про обезьяну что-то какую-то. Может, обезьяна сейчас какая-то припрется сюда тоже. Будет со мной строить. Самолет по... Я абсолютно не понял, что я делал там. Потому что там вообще просто квинтэссенция мелкого шрифта. Шрифта. Ну, неважно, очень мелко написано. Я ни хрена особо не разобрал. Но я кучу всего настроил. Я крутой медиамагнат. На этом мы заканчиваем. Я победил. А, я не могу проголосовать. Как жаль. Ладно, на этом все. Если понравилось это видео, то подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарий под этим видео. Ставьте этому видео лайк. Открывайте описание внизу под роликом. Там внушительное количество плейлистов. Есть ссылка на группу ВКонтакте. Вступайте в нее. Перед вами плейлист на Happy Wheels. Открывайте его. И всем счастливо. Всем удачи. Всем пока.